А вот и ночные визитеры, по-моему. Ух ты, слушай. Привет, привет, ребята. Итак, у нас утрица, и я вот думаю, я, наверное, сначала здесь немножко все-таки оборонку-то подделаю, потому что хочется, чтобы все было уже готово, чем потом в последний момент кусать локти и понимать, что ты там что-то не успел. Проще сделать оборону, да, и потом уже со спокойной совестью. Так, это мы не будем ломать. 3000. 3000 хп. Так, нам надо будет защититься. Кстати, я туда наверх так и не забрался, да? Ну-ка, там есть что-нибудь наверху интересно. Водичка нужна тоже, кстати. Помните? Нашел водичку в здании. Ух ты. Вы что, ребята, здесь делаете? Что, офигели, что ли? Что-то я не понял. Обалдеть. Устроились тут. Без спроса. Это как в Сталинграде прям. На одном этаже фашисты, на втором этаже наши. Вот так вот как-то, да? Ну, понятно. Так, ладно. Сейчас тогда первый этаж забацаем, коли мы там наспамлю немножко колышков. О, не зря сюда зашел. Блэды чуть качнулись. Так, так, так. Ка соберем. Нечего имуществом разбрасываться, да? Так, вот это вот надо все убрать. Всю вот эту вот ерунду. Здесь нужно сделать обязательно тогда... А, стоп, мне тогда лопата нужна. Мне нужно копнуть тогда немножко... Немножко копнуть, короче, надо. Лопатка где-то я находил. Вот она. Я ее даже починил. Так, стоп, стоп, стоп. Где у нас всякая ерунда? Вот здесь она. Ресурсы. Вы как видите, да, уже что здесь прям я окупался. Куча ящиков, куча балабасов. Так, глина. Вот она. Где-то там была, да? Тут где-то была глина. Сейчас мы глинки-то накопаем. Продуктами тоже не следует пренебрегать. Вырвем, новые вырастут. Правильно? Правильно. Ну, замечательно, с двух ударов. Ух ты, и левелап еще. Ты копни что-нибудь-то уже, а? Что-то копает. Три раза все мимо. Так, давайте для наглядности ее. Ух ты, уже почти 500. Отлично. Тут стаки, по-моему, по 10 тысяч, если не ошибаюсь, камни были. Ну, глина, наверное, тоже так же, скорее всего. Сейчас мы глины наковыряем. Камень-то у меня есть немножко. Сделаем cobblestone. И уже сделаем, соответственно, хоть какую-то опору. Я не хочу заселяться в бетонный. Это было бы слишком просто, скажем так, да? Там вокруг него просто можно было бы тогда наспамить колев и все. Гля, 1500 уже, пока болтаю, стою тут. И это какой-то дохлой лопаткой. Хорошо, что не сделали, так изменили все. Конечно, сначала тяжеловато, потом все-таки попроще становится.
Кстати, да, я что-то подумал, вспомнил, как собачки меня посетили. Буквально там перед... А не, в седьмую ночь, по-моему, ну, на седьмой день они приперлись. Прибежали, вернее. Так. Что-то для квеста я взял, похоже, да? Я сейчас камушков еще нарублю как раз, чтобы не отходя от кассы. Нет, это не бандит, по-моему. Это, по-моему... Кстати, да, я забыл. Забыл, что хотел попробовать коктейль Молотова. И мне еще подсказали, что, возможно, мачете, вот эта вот травяная, которая для сбора всяких трав предназначена, она вроде как может с гнездами творить чудеса. Так как с ключами у меня вообще какая-то проблема тут. Это я нашел третий ключ, и он у меня вообще белый. То, соответственно, я попробую. Так, у нас, по-моему, здесь было, да? Наверху. Так, 2000 есть, я думаю, на первое время хватит. Потом еще, если что, наковыряем глинку. Так. Стоп, а что я сюда бегу-то вообще? Зачем? Скажите мне. Нам не сюда нужно. Блин, мне же не магазин надо было. Мне же нужно было, ну, в смысле, не на эту, не на заправку. Зомбаки прям вообще спамятся. Так, мне нужно было вот в то здание. И в том здании, по-моему, здесь я его не раздолбал, да? И оно спокойно, свободное такое. Да, я здесь залез по крыше. Ну ладно, это будет, скажем так. Я вот здесь, по-моему, вылез потом где-то. Что, придется дверь раздолбать. А, я еще там зомбаков не убил. Или не, я убил. Все. Уже все позапутался. Я их не хотел убивать, но, короче, в итоге убил. Сейчас мы здесь наберем воды. Я боюсь, только я ее сразу вычерпаю, мне кажется, потому что там маленькая лужица. Ну, в любом случае, мне хватит, чтобы наварить клея. И мне нужно из клея сделать будет для квеста. Тоже вот вы пишете, квеста не выполняешь. Ну, блин, как я их буду выполнять, если у меня, допустим, тех же самых, ну, изоленты той же самой нету, да? Чем мне выполнять? А если я займусь, ну, допустим, решу, что мне нужно прям этот квест срочно выполнить, то, соответственно, я буду этим заниматься, а не чем-то другим. Что, например, ну, на мой взгляд, более актуально в данный момент. И, соответственно, я либо то делаю, либо другое. Тут как бы по-другому не получается. Зря, наверное, скрапнул, ну ладно. Так, что я хотел? Банка нужна мне. Банки, вон. 31 штука. Кстати, можно немножко увеличить, да, и попить заодно. Ну, все. Отлично, 32. Так, где-то... Так. Вот она. А не, бесконечный. Нормально, слушай. Собралось все. О, кстати, да, сейчас проверим. Тут еще цветочки. Тут еще гнездо. Два гнезда, отлично. Будем эксперименты сейчас ставить. Так. Ну вот, в принципе, ближайший источник воды, да? Так, наша мачете. Что-то как-то... О! Слушай, точно собирается? Сколько я собрал там перьев? Где они у меня? А, у меня было какое-то количество. Ну, штук... Ну вот, сейчас 10, да? Давайте еще раз. 10, да? 15. Ну, 5. Нормально. Можно яблочки пособирать мачетой. С кустиков, да? Л. Логика называется. Только она какая-то недальнобойная. Мачете, вот как предыдущая. Ну, в смысле, не предыдущая, которая в Алмоде, по-моему, да, была. Та вообще лупит. Ей очень удобно траву было косить. Сейчас глянем на урожай, что у меня останется.
Ух ты, тут кофе. Хо-хо-хо. И лестница тут есть наверх. Ну все, отлично. Вот оно, как здесь все устроено-то, оказывается. Я думал, не продумано. Ну-ка. Стеклянный бортик. Все дела. Так. Ну, в принципе, здесь нам-то больше-то ничего не надо, да? А, ну. Показалось, что-то валяется. Пойдемте домой пока что. Ну или не домой, да? Вот тот чувак мне, может, что-нибудь дать хочет. Так, так, так. Прицел, прицел. Блин. Большое упреждение взял. Слишком большой. Он еле топчется. А я его... Ну вот, слушай, молодцы, какие стали. Не надо очков набрать. 32 очка. Мне нужно, чтобы качнуть Quality Joy, и я буду вообще в шоколаде. Да, ну пока мы, короче, сейчас... Сейчас я пока займусь обороной. Синие штанишки. Ты посмотри, какая красота. Стала падать, действительно. Так, где мой домик? Вот он. Я хотел камушки запустить, да? У меня камушков мало с собой. Давай, какие есть, пока запустим. Так, что мы имеем? Мы имеем бетонные полоски. Раз, два, три, четыре, пять. В ширину, да? В ширину 5. Ну, в смысле, 5 вот этих вот свободных блоков, которые можно использовать. В принципе, можно сделать табуретку. Но здесь придется тогда вырубать самому, чтобы они туда заходили вовнутрь, да? Здесь тоже, в принципе, то же самое, да? Вот это вот лишнее. Ну, это зомбаки сами справятся, если что, они снесут. И я думаю, что табуретка, как такое переносное защитное, ну, переносное, это не совсем правильное слово, потому что мы с собой это не заберем, да? Это как быстрый способ построить защиту. Это прям вообще очень хорошая штука. Это не подземные лутальня вот это вот, да? Лутальня, она удобна для того, чтобы действительно, поэтому название такое лутальня, да? Удобно лутать. А вот эта табуреточка, она чисто для защиты. Ну и, соответственно, сейчас вроде как трубочки немножко подольше хранятся. Можно будет потом, после защиты, их полутать с рассветом, так сказать. Что-то дерево ничего толком тут не дает. Я думал, тут будет что-то читерное. Так, ладно, давайте разберем это все потихонечку. И сделаем что-нибудь похожее более-менее на оборону. А потом можно будет уже всем остальными делами заниматься. Гля, что я нашел. Сейфик. Сейчас мы его вскроем. Офигеть, сюрпризы. Такие, знаете себе, пасхалочки стали появляться везде. То в доме где-то запрятанный сейф. Ух ты. Firetrap. О, отлично. А это Silver Nugget, чтобы для того, чтобы, наверное, продавать и получать денежки у торговца. Ну, торговцам пока я не буду пользоваться. Там, если только с рецептами будет какая-то заморочка, проблема, может быть. Я считаю, что торговцы пока совершенно не оптимизированы и не нужны в этой игре. Так себе. Даже, как мы видим, на... Как он называется? Да, Insane. Insane. Даже на этом, в этом режиме торговцы, ну, им балансны просто. Они нафиг не нужны. В этих условиях всего хватает. Так, перекрестие я сделал примерно. Да, вот эту колонну я не знаю, убирать, не убирать. Пускай, наверное, будет тоже такая себе поддерживающая колонна. Так, вот здесь вот у нас будет колонна, видите, получается четвертая, недостающая. Единственное, что у меня, конечно, бетона нет, поэтому придется делать вот такую и усиливать. И может быть даже не одинарную. Вот в чем дело.
А может быть, даже двойную придется сделать. Ну или хрен его знает, четверную какую-нибудь. Так, а что-то я здесь не дочистил. Так, и мне нужен молоток. У меня был, по-моему, да. У меня он есть. Что-то дерева маловато у меня стало. Закончился. Ладно, камня у меня... Ой, слушай, слушай, сколько камня там мне нафигачило. Это я вот совсем чуть-чуть каблстоуна сделал. Не знаю, хватит мне этого каблстоуна. По-моему, мне его чересчур даже хватит. Так, и здесь надо пол сделать будет еще. Хотел сказать металлический. Каменный тоже. И сделать заходики. Ну что, продолжаем разговор. Продолжаем тут разрушать все ненужное. Я думаю, со всем остальным зомбачки справятся. Не знаю, буду ли я здесь уже на 21-ю ночь. Но вот на 14-ю это 100% я здесь буду. Поэтому... Поэтому надо забаррикадироваться, в общем, нормально сделать себе оборонку. Так, почистил. Сейчас надо немножко... Так, и тут нужно сообразить, куда они смогут залазить, куда не смогут залазить. Чтобы не было у них возможности просочиться. Надо все эти возможности убрать. Ну, я имею в виду для этих ползунов, которые... По стенкам любят ползать. Да, и здесь нужно застелить обязательно. Застелить пол. Сделать. Глядишь, я же еще получу. Так, ну сколько у меня очков? Блин, не туда. Ох ты, 32. Как раз, наверное, по-моему, да? Там нужно... 32 и нужно было. Все. Все сейчас следующие очки уже можно будет использовать... На выживание. И камни я насобирал. Пипец сколько, смотрите. 3000 почти, за исключением того, что сейчас крафтится уже. Каблстоун. Так, каблстоун, кстати, где он? Вот он у меня в блоке. Я вот думаю, в серединку поставить может это. Сделать здесь типа, ну, табуретка, да? Ну, только я вот что-то думаю, может быть, какую-нибудь хитрую табуретку сделать. Вот это получается жилая зона, да, а здесь вот типа, мол, разнесенное сделать. А здесь типа, мол, фармить их. Черт его знает как. Ну, полицейских не будет, я думаю. Ну, я надеюсь, во всяком случае, что в этом моде полицейские не приходят на вторую неделю, на 14-ю ночь. И они мне тут своими плевками читерными все не порушат прям с полтычка. Надо еще, наверное, будет... Хотя не, у меня, наверное, нет таких ресурсов, чтобы крафтить. Хотел колючую проволоку, думал, сделать. Но, блин, она делается из скрап-металла. Металл вообще дефицитная штука сейчас. Поэтому даже не знаю. И здесь надо что-то придумать. Они будут запрыгивать тут или что. Или, в принципе, коли здесь выстрелить, они по куле будут забираться, да? Нормально им будет. Удобно. Лапками по колышкам. Чик-чик-чик. Забрались. Так. У меня закончились вот эти штуки. Давай еще сделаем, не знаю, штук 50. Что-то я думал, что мне хватит их прям пипец-пипец. Оказалось, что нет. Так. Застелим. Здесь тогда нужно будет дырочку прорубить какую-нибудь. Или здесь удлинить тогда? Что думаете, а? Как бы нам сделать так красиво все? Я думаю, вот эту колонну нужно все-таки усилить. Нужно две колонны ставить, потому что мало ли. Она несущая. Здесь, если ее убрать, я думаю, здесь вот это все рухнет нафиг. Ну, может быть, рухнет. А может, конечно, не рухнет. Здесь это загадка на самом деле, как физика работает в Seven Days to Die. Не угадаешь. Она может на соплях, она может вообще на воздухе держаться. Я помню, проходили, что там, по-моему, в Алмот или просто это было, да, когда камень, я здоровый камень, вот который здесь появляется так
просто на земле огромные валуны эти, не с которых железо сыпется, да, а просто каменные камни, короче. Вот, и я его раздолбил снизу, убрал, у него как бы, он должен быть и рухнул был, я на это рассчитывал, а он остался висеть в воздухе, так что и так бывает. Чтоб тут придумать-то, блин. Какой-нибудь просочистер здесь сделать, да, чтобы они просачивались. Ага. Ну ладно, сейчас подумаем еще, что сделать. И в принципе, так вот переезжая, я думаю, можно будет прийти к какому-то быстрому решению, да, созданию каких-то временных баз. А я думаю, до определенного момента я, наверное, так и буду делать, путешествовать. Ну, гости пришли. Так, главное, чтоб не окружили. Главное, чтоб не окружили. Вот почаще бы еще срабатывало отрубание башки, было бы вообще замечательно. Ух ты ж, тварь, чуть не попала. Так. Да блин. Что-то я мажу совсем. Слушай, какая толпа. Здоровая. Умри. Так. Медсестренка. Ой, блин, чуть не обнялся с ней. Слушай, ну хорошо, не собачки. О, мне там помогает парень. Блин, надо чуть выше брать, по-моему. Я как-то не попадаю. Ой, стамина. Стамина, стамина, стамина. Немножко отдохнем, переведем дух. Стамина прям что-то быстро закончилась. Будем пешком пока. Замечательно. Так, нету никого сзади. Где это? Ах ты же, блин. Урод. Да, за стаминкой надо следить, конечно. А то могут быть серьезные проблемы. Так, вот парень еще заблудился. Че ж ты пустой, ты ничего не принес. Что-то они не... О, бинтик. Наконец-то. Слушай, а без такого бинтика... А, ну да, в принципе, можно лечиться даже витаминчиками. Не проблема. Что-то трупов маловато, мне кажется. Было такое количество большое. Или просто из-за того, что лута нету, кажется, мало. Вот с чем, а с костями проблем не будет, если так постоянно делать. Так, еще нужно, я думаю, запрыгивалку сделать, кстати. Запрыгивалка. Для этого нужно нам, так, наклонные здесь штуки. Я прям наклонные возьму, которые 45-градусные. Где они? Так, вот, по-моему, да, рампы. Сколько там? Ну, давай 10 сделаем, пускай будет. Так, и мне нужно... Слушай, почему у меня мало... А, я не запустил же каблстоун. Немножко глинки еще подкопал. Так, нет, 4000 мне явно не надо. Да, еще 500 сделаем. Пускай крафтится пока. Ну вот, ребята. Я думаю, с какой стороны запрыгивалку сделать. Ну, с этой, что ли? Или с той?
как бы без разницы особо. Наверное, с этой сделаю, все-таки здесь более видно. Лестницу уже срубил. Ну ладно, сейчас как что-то сделаю, покажу. И время, видите, уже, да, 2 часа. Так что стройкой такое дело. Ну, лучше сделать заранее. И уже будет 14 число, будешь знать, что у тебя все готово к неожиданностям. Чем, блин, потом кусать локти. Типа последний, сколько тут еще осталось там часов? Чуть-чуть совсем. Нет. Так что я думаю, нормалек все. Если преждевременно. Так, ты что там, пережарилась? Надо что-нибудь одеть. Так, о, монетки. И даже клей принес. Так, надо, кстати, в воду еще. Ну ладно, это все можно ночью делать. Я имею в виду наделать клея. Вы знаете, получается, это равномерно развиваюсь. Так, вот, наверное, зря. Лишнее будет. Хотя можно было и не убирать, да? И немножко, видите, уже 54 уровень. Немножко качаешь Construction Tools, вот буквально. Сейчас уже второй уровень поднял. Не помню, сколько было, когда я начинал снимать сегодня. Но сегодня уже вот у меня 54 уровень. И это, скажем так, не кисло. Единственное, что мне нужно металл будет, наверное, скрап-металл. Я там чуть-чуть камней побил, но это очень мало. И у меня здесь рядом какая-то фигня была, вот это вот. Я вот думаю, может, на самый верх забраться или ее обрушить. Обрушить, кстати, вот это можно. Там из металла все сверху сделано. Обрушить и потом вот эти вот такие типа рельсы, да, противотанковые ежи какие-то получаются. Их разбирать можно с одного удара киркой. И они дают 25 металла. В принципе, это весьма жирно. И нам металла нафармить будет. Чтобы и коля сделать, и заапгрейдить их. Ну, хотя бы металлические коля, чисто чтобы были. Вот. И здесь все в порядок, красоту привести. Дырочку я небольшую сделал, вот эту вот. Буквально вот это вот, то, что есть. Там несколько блоков срубил. Штуки 3 бетонных. Расколупал, пускай так и будет. Вот, и нужно будет по периметру, наверное, сделать, я не знаю. Здесь-то точно я не буду делать решетки. Решетки вот здесь внутри нужно будет сделать, и, может быть, снаружи. И, соответственно, здесь нужно заскакивалку какую-то сделать, да? Я, наверное, думаю, сейчас вот так и сделаем. Так, здесь у нас будет отбойник стоять, значит, еще раз, два, да? И вот третья получается. Здесь, да. Раз, два, три, все правильно. Я ж туда допрыгну. А что ты там дергаешься-то? Да, должен допрыгнуть, по идее. Главное, чтобы еще и этот столбик тоже не снесли. Так, я думаю, здесь мы сделаем вот так вот. Да? Да, нормально. Так, стоп. Здесь нужно будет тогда вниз провести. Вот так вот. Раз, два, три. Что там ты страдаешь у тебя? И жажда, и все остальное, да? Бедная, несчастная девочка моя. Так, давай сюда. Где там, господи, ты? А, я еще одну не доскочил. Да, вот так вот. Вот так. Так, а здесь надо как-то сплошную, что ли, делать, или что? Или перевернуть? Так, если переверну, то я воткнулась, что получится. Так, ладно, попробуем. Вот так вот. Не, фигня все равно будет. Надо тогда вот так вот делать, да? И еще тогда... Вот сейчас будет проще. Так, английское R. Ой, не то нажал. Да. Не то нажал, копировать. Вот. Вот так вот. Так, раз, два, три тоже сделаем. Ты-ты-ты-ри-ты-ри-ты-ты. Так, еще одну... А,
Не поставлю я так, ладно. Надо сначала тогда эту ставить. Так, а потом... Вот так вот. Слушай, целый день на строительство ушел, да? Сколько-то? 16:32 уже, все. Уже все, день прошел. Ну, в принципе, и не зря прошел, потому что неплохо я так себе поднял и скиллов, и всего остального. И здесь мы, я думаю, сейчас наставим кольев. Где они у меня металлические коли-то? Слушай, такой маленький инвентарь, не поймешь, где эти коли. Вот они. Блин, ну их мало, наверное, да? Да, надо на фарме будет еще металла. Этого не хватит. Это будут запрыгивательные колья. А еще нужно вот здесь вот поставить будет кольев. Ай, ты что ж такое, а? Ай, промазал. Ну ладно, не страшно. Так, вот здесь вот тоже сделать запрыгивательные. Чтоб товарищи ни в чем себе не отказывали. И нормально так чувствовали себя, запрыгивая сюда. Мне даже на периметр, наверное, не хватит кольев сегодня. Сколько у меня металла черного? 2500. Это мало, да? Так, здесь нормалек. А как бы мне их обслуживать же еще нужно будет, да? Надо же как-то сюда будет запрыгивать. Ну, не знаю, не знаю. Так, надо здесь тогда выдолбить тоже. Сейчас мы все сделаем, будет красота. Вот и целый день пролетел, так сказать, в заботах и делах, да? Смотрите, я тут немножко решетку подразобрал. Где-то получается 20, да, железо падает. Так, 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 так. Ты откуда взялся? Блин. Вот я за что не люблю эту херню, за то, что ты, блин, сосредоточенный весь такой, что-то рассказываешь, там, задумался. Ух ты, смотри, что он мне принес. Так, каска, каска, каска. Каска — это хорошо. Фиолетовая тем более. Так, и сразу вам. Перышки вообще дефицит в этом моде, поэтому любое гнездо теперь вот таким вот образом будет разбираться. Так, ну что, еще немножко до ночи пофармить. Ну, буквально, да, совсем чуть-чуть. Хорошо бы найти очки ночного зрения. Было бы вообще отлично. Можно было ночью гонять, не особо стремаясь. Что ночью, блин, не видно нифига. В принципе, сейчас и зомбаки не видят, да, особо. Ну, тем не менее. Получается, можно было бы и зомбаков фармить. И видеть нормально. А то... Ну, первая особенно, первая половина ночи, она вообще какая-то ужасная, ни черта не видно. Ого, это что за плита? Блин, она еще не дает ничего. Всего лишь? Ну ладно. Нафармил здесь немножко железа, было 600, по-моему, ну 600 с копейками небольшими. А сейчас, как видите, стало 2073 даже. 2073. Неплохо. Неплохо, я бы сказал. Так. Ладно. Пойду я сейчас тогда заниматься всяческой... Надо немножко наварить этих... как они называются там? Плиты. Решетки. Во, решетки. Плиты, решетки. Я думаю, здесь вот, наверное, нужно будет тоже поубирать. Оно здесь неудобно. Не совсем удобно. Вот, ну и хорошо бы, конечно, чтобы зомбаки проходили тут спокойно, да, и сюда навстречу приходили. Так, металл. Где-то у меня еще был металл. Нафармленный, да. Нафармленный. Там металл, это сгулькин нос. Ладно. Так, надо еще кольев наделать, да? Еду разложить обратно.
Так, так, так. Кстати, вот это мы запихнем сюда тоже. 200 металла вернем. Ну, а глина как бы такая, такое дело наживное. Так, у нас глины, кстати, здесь нет совсем, да? Надо вот так вот сделать. И зажечь это дело. Кстати, да, я же забыл, не взял с собой каску, а сейчас у меня, получается, каска есть. И это хорошо. Ну, в смысле, светящаяся каска. Потому что ночью темно, если здесь костры не горят, то просто в темноте сидишь и все. Так, стоп, бутерброды здесь не совсем не место бутербродам. Так, сюда, сюда. Что у нас тут есть еще съедобненькое? Вот кофе, это тоже сюда растение. Это что такое? А, рампа, да? Ну ладно. Кстати, здесь какой-то фонарик стал, по-моему. Мне кажется, он стал светить гораздо сильнее. Может быть, я ошибаюсь, конечно. Но не знаю. Кажется, все-таки светит сильнее. Так, это у нас пульки. Пускай здесь будут. Да, кстати, блин, опять толпа была. Я опять забыл про эти коктейль молота. Да что ж такое будешь делать-то, а? Почему я забываю постоянно? Испробовать эту хорошую и интересную вещицу. Так, здесь ресурсы. Ну, давай ресурсы поскидываем. Так, камень, ножницы, бумага. Камень. Это все такое мелкое. Это тоже сюда. Та-да-та-да-та-дам, та-ра-та-ра-та-там. Стекло. Так. Это еда. Так, одежду как-то надо отдельно, наверное. Слушай, какая красота. У меня синенькие фиолетовенькие вещицы стали появляться. Прям замечательно. Вот, честно говоря, с одной стороны, когда начинают появляться такие вещи, ты уже чувствуешь, что, ну, не то, что прям прошел игру, да, но уже понятно, что ты уже не на грани выживания. То есть у тебя уже есть какие-то штуки, которые тебе вполне помогут с выживанием. И ты не умрешь. Так, а почему у меня здесь денег нет? Я куда-то деньги сложил, да? Вот они. Сложил денежку сюда. Так, ладно, краска и штанишки. Штанишечный ряд. Так, это тоже в штанишечный ряд пускай будет. Так, строительство у нас, по-моему, вот здесь, да? Слушай, давай поставлю, я забыл совсем выпекать эти решетки, потому что они долго делаются. Так, а в чем дело? Почему? А-а-а, все, ясно. Энвил. Нужно сделать наковаленку. Ну, окей, пускай делается. Так, ну и можно помахать. Блин, на, вот что-то нужно придумывать с этим. С молотком, конечно, это прям беда. Кстати, давайте квест посмотрим. Тот квест я сделал. Не обязательно было, кстати, в инвентаре иметь. Я уже не помню, там что была трава, по-моему, что сейчас гляну. Старый квест. Close Fragments. Не нужно было иметь в инвентаре. Он засчитался. То есть я после того, как у меня он был, сделал сплинтов 5 штук, и все нормально. У нас вот сейчас пошел второй квест. Нужно сделать сырое мясо. Белое сырое мясо где-то взять. Это что нужно? Наверное, убить, наверное, свинюшку, по-моему, с нее было такое мясо. Падало. И сделать свининку. 5 кусков. Ну, то есть нужно убить свинюшку и ее приготовить. Вот что-то в этом духе. Так, нам нужно будет здесь все обнести, получается. И по бокам я там сделаю каменные. Просто камнем сделаю рампу и все. Чтобы. Ну, можно сделать там единичные бойницы. Так, чтобы отстреливать, если зомбок. Бывают такие упоротые, знаете, идут, идут. Чик встал, и давай долбить там колонну, да? А мне, чтобы колонну долбил, это не надо. Так, клей. Мне же нужен был клей зачем-то. Зачем он мне нужен был прям в больших количествах? Вот.
Raw White Meat. Кстати, засчиталось, нет? А если в инвентарь? Так. Да, засчитывается. Ну, засчитывается, когда полностью, так скажем, галочка ставится, да? Тогда оно и засчитывается. Так. Это нам пока не надо. 4000 я нафармил, так что я думаю, нормально пока нам хватит на ближайшее будущее глины. Так, вот эта вот штука на апгрейд нужна. Так, пени мы запихнем сюда. И пойдем немножко подолбим. И порассуждаем, да? Что же нам дальше-то делать? Как нам дальше жить? Сейчас глина на это наделается. Вот это бетон, по идее. 3000 должно быть у него хп. И вот это все тоже бетон. В принципе, здесь мы не пропадем. Вот это надо снести тогда. Лишнее все. Я надеюсь, такая концепция до разделенного дома, что одна часть получается как бы для обороны, а другая закрытая, сработает. И они мне не снесут тут все. Ну, не должны, 14 день, по крайней мере, не должны. Я думаю. Так, слушай, здесь, наверное, надо все посносить или оставить. Достаточно будет здесь просто вот сделать окантовку. Так, да? Ну-ка, глянем. Да, столб, кстати, этот нужно тоже доделать полностью. Чтоб не снесли. Так, и, наверное, здесь я тоже уберу лишнее. Так, у нас 12 день. 13 сейчас начнется. 13 число. И, то есть у нас есть день полутать. Я надеюсь, сейчас будут прям вообще хорошие вещицы падать. Потому что я готов к этому. И уже фиолетовые, в принципе, начали падать. Вот. И выживание станет попроще. А там можно будет, я не знаю. Слушай, ну, в принципе, это город огромный. И я думаю, даже залутав вот так вот один город, даже если не все лутать подряд, а лутать чисто какие-то интересные новые здания или интересные здания, магазины там. Я думаю, я прокачаюсь уже настолько хорошо, что можно будет где-нибудь уже осесть и сделать базу. Правильно? Правильно. Блин, еще дерево надо где-то нарубить. Здесь что-то леса нету совсем рядом. Ничего такого. То, что я только насадил, и все. И на горизонте ничего особо нету. Хорошо бы какой-нибудь лесной биом обнаружить. Кстати, давайте посмотрим. Ну вот лесной, но это в городе, да? Здесь опять. Здесь, кстати, много вот этого вот поносного биома. Прям очень много. Вот он здесь, вот, да, я отсюда пришел, получается. Сюда бежать не вариант, потому что очень далеко. А вот и ночные визитеры, по-моему. Ух ты, слушай. Какие красавцы. Блин, разряжены. Эй-эй-эй, вы чё так беситесь? Спокойно, спокойно. Спокуха, спокуха. Блин, сдох. Пролетели, ребята. Уже, в принципе, утром. Так, что я думаю делать сегодня? Ну, думаю, сегодня не весь день войдет, а лишь всего лишь часть дня в наш, так сказать. Нужно найти дерево, нужно найти много дерева. Его нужно нарубить. Нарубить. Обязательно нужно дерево нарубить. Потому что без нарубленного дерева будет очень плохо. Так, у меня крафтятся колышки, всякая фигня. Это нужно будет обнести, поставить. Сейчас я покажу вам, что у меня получилось. Что у нас тут из обороны получилось, да? Гляньте. Такой хтоничный замок. Ну, пока еще не совсем замок. Но что-то близкое к нему.
Так, кстати, да. Блин, почему тропешники все время... Да эх, не переключился я почему-то. Все время пустые. Металл, все. Металл юг. Так, и где тут молоточек мой? Угу. Металл закончился. Очень быстро. Немножко я сделал кольев металлических. Их надо будет внутри расставить. Но они быстро, смотрите, сносят эти коли, да? И деревянных я зачем хочу? Дерева много, да? Раз уж пошла такая пьянка, надо немножко деревянных колев будет наставить. Так сказать, наспамить их слегка. Поэтому нужно дерево. Наше дерево еще, по-моему, не дозрело. По-моему, то дозрело, да? А может и нет. Но они вот эти вот пока еще где-то по 900. А надо, чтобы они были по 1200. Кстати, и семечки не особо охотно падают сейчас с кольев. Прям как-то совсем неохотно. Давайте куда-то в эту сторону сбегаем. Нужно все-таки... Нужно все-таки найти, где живет древесина. Так, ну-ну-ну. А, здесь стоят уже, да? А что они не вырастают? Почему? Слишком много их, что ли? Или я их недавно посадил? Так, топорик есть, еще что-то есть. Колышки есть. Пойдемте. Сгоняем на разведку. Так, вот здесь, вот здесь. Ну, в принципе... Ух ты, какая штука. Это медицина, что ли? Ну-ка. Слушай, если... Не, это не медицина. Да, это типа антенны. Оба, глянь. А вот и вода, кстати. Ха-ха-ха. Отлично. Вот где можно воду найти. И какое-то здание. Это, наверное, водочистная. Водочистное сооружение. Вот по этим деревянным полазить. Здесь молотки могут. И, или строительный магазин найти. Тоже. Вот это мне не очень нравится, честно говоря. Что бандитов я еще не видел. А здесь город, и здесь вполне могут быть бандитские морды. Ну, давайте сейчас немножко еще побегаем. Так, что я хотел поставить вниз? Вот это я хотел поставить вниз, потому что я где-то тут увидел гнездо. Насобираем немножко еще и... Давай, сюда не могу вынуть. Это просто так смотреть. Наверное, все-таки на магазин инструментов я постараюсь сейчас... Ну как постараюсь найти? Если повезет, я его найду. И было бы неплохо. Или, да, или этот, кстати. В принципе, схему можно выучить еще. Кстати, и свинюшку нужно. Блин, мысли вообще разбегаются во все стороны. Свинюшку надо запиточить какую-нибудь. И было бы неплохо выполнить следующий квест. Вот что такое? Что это такое, а? Скажите нам. Это библиотека, может быть? Если я по-быстрому забегу посмотреть, чисто так посмотреть, зомбаки не будут против. Блин, медленно все равно, еще дерево рубится. Стальной надо, сталь нужно, сталь переходить, в сталь одеваться. Так, Dwells. Что такое Dwells? Я вижу надпись, магазин какой-то Dwells. Сори. Так, а здесь могут быть, кстати. Ух ты. Да, ткань. Ух ты. Синяки, запчасти к оружию. Отлично. Здесь могут быть какие-нибудь шкафчики, мне кажется. Вполне могут обитать. Так. Блин,
Не могу нормально прицеливаться. Здесь мышку чуть-чуть пошевелишь, уже курс разбивается. Черт побери. Ух ты, арчеры прокачал наконец-то. Ну да, двадцатка, потому что я не особо пока. Так. Отлично. Потому что я не особо стреляю много из лука там или что у меня сейчас арбалет появился. Блин, камни, конечно, это хорошо, но, блин, времени нету на это все эти камни фармить. Так, здесь никого. Что плохо, если ты сейчас встанешь, да, то зомбаки тоже встанут. Ух ты, блин, я ее не заметил даже. Такая она здоровая. Попала в голову, не в голову, хрен поймешь. Ай-яй-яй, рано-рано выстрелил. Что-то этот скейтбордист дольше умирал, чем эта туша. Ух ты, витаминчики. Так, это у нас свинечек. Гильзы. Так, а где у нас второй этаж? Алло. Наверное, здесь где-нибудь лестница. Да, пойдем. Нету, к сожалению, здесь что-то не оказалось совсем. Рецептики могут, конечно, быть и вот в таких вот для документов. Вы посмотрите, только на сталь. Блин, а стали у меня нету, я сталь не знаю, еще не умею. Меня вот как будто кто-то потроллил, да, сейчас? Прям вот серьезно. Дали, короче, на тебе, ты так хотел? Ну, держи. Держи, ну, а, ну, не такой, нет? А, ну, блин, ну, не обессудь. О, кстати, книжки. Не обессудь, что есть, чем богато, тем и рада, да? Показалось, что ли? Так. Ух ты, ключик. А, ключ я могу делать, но у меня на ключ. А, чё ж ты остановился? Он меня сразу заметил, что ли? Ух ты, как я упал. Неловко. Слушай, он здоровый? Так, и сколько раз тебе нужно выстрелить, чтобы ты сдох? Офигеть. Я считаю, мне повезло, что я... он на меня сейчас не агрится. Блин, я совсем забыл, здесь же волки, вообще какие-то звери офигевшие. Я совсем об этом забыл, ребята. И ринулся на этого волка так, как будто это последний волк. И мне его необходимо прям добыть. Это было опрометчиво, скажем так. Что у нас на балконе? Ни черта у нас на балконе нету. Маслица, маслица. Давайте все потом поскрапаем. Так, я не помню, я посмотрел этот стол или не посмотрел. По-моему, да, посмотрел. Чё ж мне рецепт-то не тут дал? Так, по-моему, там тетя, да? Не, зомбак какой-то валяется. Лысяш, если, да? Лысяш. Да. Сейчас в затылок, если... Есть, слушай, с первого раза. Отлично. Повезло. Ну все, фиолетовенькие падают уже штучки. Телепортировался. Ух ты. Ах ты ж, тварь такая. Где ты там? Ой. Блин. Ах ты ж, тварь. Заразил, наверное, меня. Так. Что у меня там, кровотечение, что ли, было? Да-да-да-да-да, блин. Не хочется тратить. Давайте вот такое потратим.
Ух ты, сразу все, короче, вылечило. Отлично. Ну, блин, вот так вот, да? Теперь уже и такие зверюшки могут встретиться. Вы давайте, ломайте, блин. Заспавнились. Просто так, что ли? Ломаем, ломаем, дружно, дружно. Что-то как-то медленно они ломают. Совсем. Зато когда этот ломают, как он называется, оборону, нормально все у них. Они прям лупят со всей дури. Товарищи, которые нам не товарищи. Так, ладно, нахер. Два вкусненьких сейфика, может быть, да? И сейчас у нас будет уровень. Level up. Слушай, хороший бинтик оказался. Прям вообще замечательный. Инфекцию снял, и все. А, нет, инфекции не было. Было этот. Царапина. Блин, дождь паскудный. Вот дождь я не люблю. Сразу чувствую себя как дома. Как во Владивостоке. Так, ну давайте сейфики откроем. И лутать будем уже в следующей серии. Эти сейфики доковыряю я. Блин, у меня был такой рецепт, по-моему. Даже пули такие валяются где-то. Завтра у нас, получается, будет день еще полутаем. Ну да, так себе. Так себе лутецкий. Слушай, вот с этой ерунды было, да? Но у меня нету ключа газового этого разводного. Газового разводного. С этой штуки, по-моему, пластик раньше можно было добыть. Ладно, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Какие-то советы есть? Давайте, кидайте. Это интересно, потому что советы прям вообще в тему приходятся. Да, с теми же перьями, как видите, работает фишка. На отлично. Вот, кстати, металл можно пофармить здесь тоже, видите. Неплохо так падает. За два удара всего разбивается. А нам нужен металл, потому что нужно будет коле проапгрейдить, который я сделал. Их нужно будет поставить и проапгрейдить. Ну все, пока-пока.